И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Плейвру. Сегодня мы поиграем в Universe Sandbox 2. Буду, значит, вас учить создавать пульсары. Для начала мы берем, нажимаем инструменты добавить. Для кого как удобнее, нажимайте на звезды или на вот на все. Пролистывайте, ищите. Sirius B. Ставим. Заходим. Вот нажимаем на него один раз. Потом сюда. Здесь у нас открываются вот его вот настройки. Нажимаем, значит, на температуру. Здесь мы должны поставить миллион градусов. Ну, а перед этим сначала вы должны обязательно сделать радиус нашего пульсара 15 километров. Вот миллион поставили, 15 километров есть. Заходим сюда, состав. Сила магнитного поля. Чтобы сделать пульсар, нам нужно вот Тесла. Поставить Теслу. Для этого мы пишем здесь миллиард. Поставили миллиард. И у нас появляется такая штучка. Чтобы она вращалась... Ну, можно вот поставить, ну, какую хочешь цифру. Например, такую она будет так вращаться. Или на двоечку незаметно. Или вообще на... Вот на три вот больше вот эффекта видно. Ну, а советую вам лучше вот на пятерку. А лучше вообще на, например, 15. Вот 15. А, нет, стоп. Лучше вот на тройку, потому что... Ну, просто потому что так надо, потому что так просто надо. Чтобы был вот большой эффект, как настоящий пульсар. Это нам нужно взять секунду. Делаем вращение там одну секунду. Ну, у всех пульсаров как бы примерно такое вот вращение скорости. И вот наш пульсар готов. Вот такой вот маленький пульсарик. Пульсар, да. Можно, в принципе, и сделать вот так. Вот одну шкуру здесь поставить. То прям вообще было медленно. А можно, ну, вот так. То вообще прям не было вот видно, что это. Ну, советую вам лучше вот так вот. Ну, лучше троечка. Потому что прям похоже на настоящий пульсар. Если вы хотите, чтобы я вас научил делать аккреционные диски в черных дырах в игре под названием Universe Sandbox 2, то поставьте лайк, подпишитесь. На 10 лайков я выпущу видео, как сделать аккреционный диск в черной дыре. Ну, а это видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно поделитесь этим видео, напишите комментарий. А с вами был Плейгеймрус, и всем пока-пока.